Привет, ребят, с вами Пес, и мы продолжаем играть в игры на iPad. Сегодня у нас будет 8 игр, так что, ребят, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но мы давайте-ка начнем. Итак, первая игрушечка — это у нас растение против зомби. Так, ну и давайте-ка посмотрим, до какого уровня мы тут дошли и что вообще тут мы можем сделать. Так, жалко, что на... Так. iPad'ах у нас немножко... Не очень-то хорошо показывается экран. Ладно, давайте-ка в бонусную игру будем играть. Я не хочу ничего. Так. Это вот сюда. Так, побыстрее надо все разбить. Сойдет. Пока что вроде как все. Разобрались. Так, следующая игра. Вроде как все окей. Сейчас, по сути, эту игру тоже должны пройти мы. И последняя, ребят, часть игры. Так. Ребят, фигово все. Ладно, вроде как эту часть тоже прошли. Так, давай, ставься. Окей, остается все это дело добить, и в принципе все. Почему не стреляют, ребят, наши? Опа, все окей. Прикольно. Так, ну ладно. Давайте-ка пойдем дальше. Следующий игрушечек у нас Crazy Shopping. Так, фокус. Ну и давайте-ка, ребят, начнем играть. Кстати, я апгрейды не сделал. Будем, ребята, уносить все по полной программе. Кстати, тут еще и машиночка есть, получается, да? Машину будет тоже будем сейчас выбрать. Конечно же. Так, ох, нормально. Вау, машиночка прям дофига стоит, ребят. Прям хорошо. Интересно, сможем делать еще один заход? Да, скорее всего, сможем. Так, и 8 секунд, ребят, всего лишь остается. Но я зря сюда пошел. Надо было с другой стороны прям подходить ко всему этому. Зайдет. Ну, смотрите, нормально так денежек мы накопили. Вау, 22 тысячи. Супер просто. Так, тут у нас рекламка выскакивает. Можно будет это пропускать, не? Да, можно, хорошо. Так, что будем апгрейдить? Давайте количество наших чуваков и время. Ай! Я случайно на видео нажал, лол. Ладно, тогда давайте-ка пойдем дальше. Следующая игрушечка у нас называется Cowboy. Так, ну тут, скорее всего, ребят, я должен был отключить интернет, потом уже зайти в игру, да? Вот. Вот так. Ну, погнали. Сейчас пару каток сделаем. Точнее, пару бросков.
хорошо. Сколько денег получаем? 48 тысяч. О, новый рекорд у нас. Отлично. Так. Новые животные у нас появились тут. Тут желательно подобрать вот золотых животных. Если, конечно, они будут встречаться. Так. Нормально сойдет. Так, берем. Ну и последний, ребят, бросок. Так, о, он какой-то супер тигр был. До него мы не дошли, к сожалению. Сойдет. Так, а где золотые животные? Я что-то не понял. О, блин, пропустил. Ну ладно, сколько мы получим на этот раз? 51 тысяч. Нормально, новый рекорд. Хорошо. Угу. Так, не-не-не, больше бросать не надо. Так, следующая наша игрушка, ребят, это у нас Hill Climb 2. Так. Давайте-ка в оффлайн режим будем играть. Только на каком карте? Ну ладно, давайте прям на этом карте будем играть. Нашей вот этой тачкой. Погнали. Так, стоп, какой из них я? Да, я вот этот. Нет, тот тоже я, просто там моя прошлая карта показывается, как я в прошлый раз играл. Не знаю, будет ли у нас сейчас новый рекорд или же нет. Так, тихо, ты что творишь? Ладно. Только тут у нас с фокусом, да, пестики. Нет, немного не очень. Ну ладно, давайте-ка сыграем, посмотрим, что тут у нас получится, хотел сказать, и ничего не получилось. Ладно, еще одна попытка. Где наша кепка-то? Лол. Там, я так понимаю, показывает наша катка, ну, та катка, где мы рекорд набили. Или нет? Или просто наша прошлая катка показывает. А, нет. Катка, где все-таки мы набили рекорд. Угу.
Мы даже можем еще новый рекорд приготовить. Конечно. Проиграли на том же самом месте. Ладно, погнали дальше. Train Taxi. Следующая наша игра. Так. Сейчас пару уровней тут сыграем. О. Прикольно. Так. Ну погнали. Опа. О, не, смотрите, я думал, что все, ГГшечка, но можно сказать, что нам повезло. Буквально до один вагончик, если было бы больше наш поезд, то все было бы сейчас намного иначе. И все. Плюс ключик собрали. Сейчас, если еще один ключ найдем, то сможем в принципе... Так. Получить немножко золота. Все. Так. В этом уровне ключик будет? Блин, тут ключика нет. Почему? Какой-то маленький уровень, ребят, на самом-то деле. И без ключика. Ладно. Опа. Бонус. Так, стоп, может мы... А, нет. Я думал, что мы подобрали ключ, но... Не тут-то было. Так. И все собрали. Не понял. Так. Забираем все монетки. Ну и идем дальше. Следующая игрушка, ребят, у нас Minion Rush. Так, тут нам надо включить Wi-Fi-чик, чтобы наши миньончики смогли нормально бегать. А то они без Wi-Fi вообще не хотят играть. Так. Все. Погнали, сейчас пару заданий выполним. Остается понять, какое задание нам надо выполнить. 50 километров, скорее всего, нам надо пройти. А сколько мы уже прошли? Не пишут. Оп. Не получилось, а? Ладно, еще одна попытка. 50 километров просто нам надо пройти. Счетчик не обновляется.
получился. Ну, не знаю, ребят, напишите в комментариях, что тут нам надо было сделать. А мы пойдем дальше. Так, следующая наша игрушка Clean Up 3D. Тут мы будем играть, ребят, за пылесосика. И будем пылесосить тут все. О, довольно-таки хорошее, ребят, начало. Вроде как. Угу. Не, ну начало было хорошим, но потом уже все стало немножко нехорошо. Так, новый скинчик у нас есть. Давайте-ка возьмем сейчас его. Во. Так, опять-таки будем начинать с того же места. Книжки нам прям очень сильно тут помогают. Нормально. Тут хавать было, ребята, особо-таки нечего. Ладно, еще одна попытка. Нижние полки. Хорошо. Угу. Это прям удачная катка. 42 тысячи. Хорошо. Идем дальше. И последняя наша игрушечка Hull EO. Давайте-ка посмотрим, что у нас получится тут. Одну катку сыграем. Угу. Вот. Так. Начинаем, ребят, мы наше приключение в городе. Это, в принципе, довольно-таки неплохая локация для начала. Тем более, когда вот у нас вот такие вот челики еще и попадаются. Так, этих тоже можем хавать. Да, ребят, прям очень удачное начало, можно сказать. Так, остается еще какую-то парковочку найти. Вот и парковочка, ребят. Вот и парковочка. Так, этого челика тоже хаваем. Так, о, уже дома можем проглотить, серьезно? Как-то быстренько, ребят. Дома стали проглатывать, ребят мои. Ладно. Так, проглатываем все спокойно. Чтобы ничего у нас тут не застряло. Застревает, конечно, немножко, но... Ладно, сойдет. Так. Тихо, еще минутку у нас уже еще есть. Так. Угу. Опа, новый скинчик.
разблокировали. Хорошо, да как, ребят? О, ребят, прямо сейчас станем очень-очень большим. Так, задание Кока-Колы тоже проглатываем. Двадцать две секунды. Угу. 14 секунд. Почти весь город, ребят, проглотили. До 2000 не дошли, но тоже неплохо. Ладно, ребят, думаю, на этом уже пора заканчивать наш сегодняшний ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Ну а с вами был Бес. Всем удачи, ребята, и всем пока.